Сейчас посмотрим очередные запчасти, которые я приобрел. Шаровые. Вот такие передние рычаги с аленблоками и шаровыми в сборе. На заклепках на этих машинах они. Производство Румынии. Рычаги. В принципе, можно было, конечно, высверлить на старых рычагах заклепки, поменять их на болты. Так было бы дешевле. Но мне еще нужно менять саленблоки. Вот такие вот заклепки на шаровых. Нужно еще менять саленблоки, которые выдавливают на этих машинах частенько. Поэтому проще было купить рычаги, просто переставить их вместе с шаровыми и саленблоками. ТВР. Производитель этих шаровых. Вот так.